Время нашей жизни, как мы проведем его, зависит только от нас. Мы рождаемся, делаем первые шаги, каждый день знакомимся с миром, находим друзей, учимся, приобретаем специальность, работаем, занимаемся творчеством, встречаем любимых, строим свою собственную семью, растим и воспитываем детей и движемся навстречу возрасту зрелости. Путешествие по жизни, как путешествие по свету. И каждый возраст имеет свою прелесть, как каждый город свою красоту. И это путешествие может быть прекрасным и удивительным, если мы правильно подготовимся к нему. А вот и наше первое транспортное средство. Но мы вырастаем, нас манят горизонты. Мы увеличиваем скорость и пересаживаемся в автомобиль. Поворот ключа. Стартуем. И вот мы уже несемся навстречу новым возможностям, нашим мечтам. Но чтобы добраться до цели своего путешествия, нужно как минимум заранее побеспокоиться о безопасности. Сколько времени, сил и денег мы вкладываем в свой собственный автомобиль, чтобы подготовить его к дороге, чтобы вовремя пройти техосмотр, увеличить его прочность, надежность, чтобы из-за пустой оплошности или халатности не попасть в аварию на крутом повороте. Мы используем самые последние достижения технологии, чтобы увеличить скорость и комфорт движения. Но от Бога нам дано самое совершенное транспортное средство – наше тело. Ну а ему? Сколько времени, сил и средств мы уделяем ему? Как мы заботимся о нем? И что нужно делать? Мы – дети океана. И на 70% состоим из воды. Без нее высыхает и становится бесплодной земля. И только вода возвращает жизнь. Она нужна каждой клетке нашего организма. Чистая, живая гидросель. Это удивительный секрет талых вод горных потоков. 8 капель на стакан любой жидкости. И вот ваша кровь становится более жидкой, наполняется энергией. Гидросель предотвратит раннее высыхание, а значит и раннее старение. А удивительный секрет кораллов Санго. Один пакетик вы добавляете, 1,5 литра воды, выпить его, и вот уже ваша внутренняя среда становится сродни океану. Щелочной, насыщенной минеральными веществами, возвращается память океанской воды. Кстати, если вы забыли поменять фильтры, то скорость вашего автомобиля падает. Но если вы забыли почистить свои собственные фильтры, кишечник, печень, почки, то путешествие по жизни перестает быть безопасным. Мы накапливаем хронические болезни. Самая совершенная система очищения организма – программа «Коловада Плюс» на натуральных растениях поможет вам избавиться от паразитов и вывести яды. Ржавчина – это признак раннего умирания автомобиля. А вы когда-нибудь задумывались над тем, что ежесекундно в каждой клетке нашего организма точно так же происходят процессы окисления? И нам нужно мощное антикоррозийное средство. Микрогидрин – это самое совершенное достижение новых технологий, самый лучший антиоксидант. Он и поможет нам. Ну и, конечно, в свой любимый автомобиль мы не станем заливать плохой бензин. А еда? Ведь кроме белков, жиров и углеводов, нам нужны все витамины, минеральные вещества, ферменты, дар земли, солнца и живых растений. Стоит пренебречь этим, свернуть с трассы здоровья, и вот мы уже в полете. Но не навстречу мечте, а прямиком на свалку человеческих развалин. И пересаживаемся из удобного автомобиля в карету скорой помощи. И теперь врачи вынуждены разбираться с последствиями нашей беспечности. Так может уже сегодня, пока мы еще здоровы, ответить на вопрос, что выбрать? Много дешевой, высококалорийной и зачастую синтетической пищи, ведущей к страданиям, болезней и инвалидности. Или активное движение, полноценное питание, своевременное очищение с тем, чтобы испытывать энергию до конца своих дней. Чтобы свой столетний юбилей встретить в кругу детей, внуков и правнуков с радостью.
Вот какую удивительную возможность предоставил наш президент Леонид Августович Лап. Вот чем от всего сердца мы хотим поделиться с вами. Мы, компания «Международный коралловый клуб».